Добро пожаловать. Большое спасибо. Не за что. Хорошо, что ты приехала. В прошлый раз не смогли нормально поговорить. Было много людей. У нас не было возможности познакомиться получше. Да. Произошло кое-что странное. Даже не знала, что и сказать. Я тоже. Но это будет просто дружеский обед всего-то. А сказав это, становится легче. Тебе тоже советую. Хорошо. Повторюсь, хорошо, что ты приехала. Какой же милый! Какой же ты милый, Наги! А ну-ка иди ко мне! Он такой милый, его уши как твои. Знаешь, что его зовут Наги? Да. Да, Наги. Наги. Спасибо, Наги. Какой же приятный аромат. Приятного аппетита. Большое спасибо. Такой милый. Ну, Сэран, тебе понравилось тут? Мне и тогда все понравилось. Хотя в тот раз больше понравилось. Я знаю, почему тебе больше понравилось тогда. Ладно, не буду об этом. Давай ешь, остынет же. И я помою руки. Ладно, ладно. Бурак, как дела? Пелин с тобой? Нет, она вышла. Я дома. Ладно. Где она? С кем? Не знаешь? Фирит, может решить это между собой? Бурак, я с утра звоню, она не отвечает. Теперь заблокировала меня. Что происходит? Я не хочу говорить от ее имени. Но если она так сделала, значит это самое лучшее для вас обоих. Бурак, что с тобой? Чего тебе надо? Скажи, с кем Пелин? Фирит, оставь уже ее в покое. Она хочет начать новую жизнь. Ты тоже живи своей жизнью. Вот и все. Бурак, скажи по-человечески, или я пойду и сам все разузнаю. Фирит, не делай этого. Ни себе, ни ей. Оставь ее, пусть встречается с кем хочет. Фирит, что случилось? Все, уходим, Сайран. Куда? Какая разница, ты со мной? Идешь? Фирит, ну что опять случилось? Тебя что, нельзя оставить ни на минуту? Что опять случилось? Что-то серьезное? Я должен увидеться с Пелин, Сайран. Срочно. С Пелин? Сайран, это срочно и важно. Ладно, потом поговорим. Поехали. Ты же шутишь, не так ли? На этот раз это плохая шутка. Сайран. Послушай, обещаю, мы еще приедем сюда. Давай, не тяни. Я очень серьезен. Ты же знаешь, что делаешь больно, Фирит. Мне-то что с того? Ты едешь или нет? Не поеду, конечно же. Не поеду, Фирит. Только посмотри, в каком я положении из-за тебя. Даже не верится в это. Ты без зазрения совести спрашиваешь меня, поеду я или нет. Фирит, ты действительно оставишь меня тут и поедешь к Пелин? Да, так и сделаю. Ты тоже делаешь, что хочешь, поняла меня? Убирайся. Фирит? Давай, Аби, поехали. Куда, брат? А где госпожа Сайран? Она не поедет. Давай быстрее. Куда мы поедем, оставив госпожу Сайран? К Пелин.
По дороге я тебе скину адрес, давай. Ферит, не надо. Аби, если хочешь, езжай со мной, а если нет, дай мне ключи, я сам поведу. Садись, садись, Ферит, садись, садись. И он тоже изменился. Тоже изменился. Подожди, как так? Я этого не могу понять. Как так? Подожди, подожди, я еще не закончил. Потом все выходим оттуда, помнишь? Прямо толпой. Видела бы ты Бурака, он был все еще не в себе. Все, что он сделал, было очень смешным. Что такое? Тебе чего? Какие-то проблемы? Нет, никаких проблем, брат. Садись. Сядь. Сядь, говорю. Сертер, присядь, пожалуйста. Пило, вставай, поедем уже. Пило, вставай. Давай, родная, вставай, вставай. Послушай, не заставляй меня совершить глупости. Вставай, говорю тебе. Давай. Давай, давай, Пило. Вставай. Вставай, родная. Вставай, говорю. Пило. Пило, вставай. Сядь, сказал. Сядь. Не вздумай больше вставать, не то сломаю тебе ноги. Ты понял меня? Понял? Нет. Что? Что ты сказала? Я не поеду, Ферит. Уйди, пожалуйста, оставь нас одних. Уходи. Ладно, Пило. Ладно. Ты в порядке?